Футбольная тема охватила больше сотни детей сотрудников предприятий группы компаний «Талина». В Атяшевском, Тарбеевском, Ковылкинском, Чамзинском районах и в Саранске маленькие фантазеры представляли себя настоящими футболистами, ну или хотя бы болельщиками. И творили в четырех номинациях. Конечно же, свое творчество нужно было связать не только с футболом, но и с продукцией холдинга. Я очень люблю рисовать, и поэтому я нарисовала картинку, где свинки играют в футбол. Я нарисовала свинку и лису. Лиса – символ Саранска, а мама работает ветеринаром. Поехали! А итоги детского конкурса «Талина» подводит празднично. Для всех участников веселые игры и угощения. Победителям – подарки. На площадке перед стадионом «Мордовия-арена» участники рисовали свои варианты логотипа чемпионата мира. Разминались на футбольной зарядке, играли в огромный мяч. А еще дети ставили настоящие рекорды. Прыгать через гигантскую 6-метровую скакалку решились не все. Корпоративный праздник для детей-сотрудников проводится у нас уже больше 10 лет. То есть какие-то детки даже уже выросли и пришли работать в холдинг. И до сих пор мы проводим конкурс. Итогом этого является веселый, яркий праздник. Дети стараются, они рисуют, они лепят поделки, они сочиняют кричалки. Конечно же, делают это вместе с родителями. То есть такое еще семейное творчество, что сплачивает семью. Праздник и правда получился семейным. Взрослые без комплексов участвовали в состязаниях, веселились и фотографировались. После массового забега с препятствиями участников ждала большая экскурсия по стадиону и вручение долгожданных призов. Олеся Плакиткина, Владимир Ильин. Наши новости.